Всем привет, вы находитесь на канале Зевзя. Сутуб Пролоб. Сутуб Пролоб называется игра. Сутуб Пролоб. Давайте посмотрим. Мы, как я понял, будем играть в аду. Кстати, для начала поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Мы будем играть в аду. Скажу по правде, игра очень кровавая, поэтому кто и хочет, может посмотреть, кто не хочет, не смотрите. Сутуб Пролог у нас. Для начала поставьте лайк, напишите комментарий, как вам игру. Если хотите, можете скачать, я вам ссылку оставлю под видео. Сутуб Пролог называется игра. Запускаемся, посмотрим сейчас, что здесь. Сейчас проверим. Так. Это самое начало. Ну мы сейчас в аду, конечно. Сейчас посмотрим. Ну как-то жутко. А, нажимаете, а что это? Ага. Нажимаете на. Нажимаем на. Там каждый букву показано. Нажимаете на W. Короче, на и на W там говорит сразу. Что здесь у нас? Ага. Сейчас попробуем. Досмотрел. Так. И не успел посмотреть, что нажать. А как еще раз посмотреть? Так, сейчас пока найду. Как там спрыгнуть? Понятно, первый раз, конечно, попрыгал. Давайте сейчас. Так, пацаны, давайте я этот момент срежу. А, смотрите, пацаны, как здесь. Вот она. Надо было. Знаете, в чем прикол? Вот в чем. Надо наводиться и нажимать правую кнопку вот так. Вот как надо было. А я просто не понял сразу. Так, и сейчас на W нажимаем. Мы играем сейчас за какого-то демона. Такс. Так, нажимайте на F. Понятно. Нажимаем. Так, а что это дает? Так, у нас что-то. Погоди, это можем посмотреть по звукам. Так. А это что дает? Сейчас посмотрим. Нет, мне не это нужно. Мне нужно. Так, вот это ставим как есть. Попробую сейчас. Нет, это шум. Так, пацаны, сейчас посмотрим.
поэтому если вот эту брать. Ага, вообще звуков нету, да? Вообще, ну тогда мы сейчас сделаем по-другому. Это я убрал звуки. Ну короче, сделаем вот где-то, чтобы они были, но поменьше. Так. Кстати, давайте. Ну они есть, но поменьше как-то. Так. Короче, есть, но меньше. Так громко слышу. Так. Ага, на мышку нажимаем. Где? А здесь нам ничего не дают. Ну, у меня, в принципе, игра не лагает, потому что у меня видеокарта нормальная. Так, какой-то чувак здесь. Честно. Мы как-то его убили, по-моему, сейчас. Так, пацаны, мужчина. Так, нажимайте на Е. А, чтобы взять это, ну хорошо, возьмем. Так. Так, мы взяли. Это оружие нам надо. Ну, понятно. Возьмем и посмотрим. Что это за дичь? Так, что у нас? Открывать ворота. Нажимаем на Е. Хорошо, нажимаем на Е. Погоди, нам надо. Еще раз надо проходить. Так, давайте заходим, посмотрим, что здесь за дичь есть. Так. Я вообще графику не менял. Но видите, разработчики заботятся о том, чтобы не видно все это было на ютубе. Так. Генитали все это делают. Так, я что-то там... А куда пойти туда? Может сюда? Нет. Сюда. А куда мне идти? Куда мне идти? А, надо через этих что-то. А, вот сюда. Так. Мышки, понятно. Так, понятно. А, вы смотрите. Так и так, да? Ну, смотрим. А, вы что-то открыли. И что, там невозможно прыгнуть. А я же там был. Пацаны, я первый раз в эту игру играю, поэтому ничего не знаю. А здесь что? Куда мне идти? Пока замеса нету, потому что... Нету, потому что еще не дошло. Так. Я туда был. Сюда был. Так. Ну, смотрите, я туда был. Здесь был. Клетка какая-то. Ну вот сюда иду. И что дальше? А может сюда? Подожди. Подожди, а что это? Мне надо как-то прыгнуть, что ли? Нет, там не надо. Погоди. А куда тогда? А, погоди. А, вот оно. Вот оно. Надо было в этот череп ебануть. Так, что за череп там? Опа, сейчас будет. Так. Надо посмотреть. Попробуем сейчас. Так. Я как-то не понял. А, вот левые клавиши мышка. А, левый клавиш. А конь какой-то, что ли? Ну, походу. Очень кровавая игра. Я их как-то... Отдыхайте, пацаны. Ну, скажу по правде, не такая она трудная, но кровавая, конечно.
тут враги уже спускаются. Сейчас. Я тебе сейчас накажу, иди сюда, потачу. Сюда, сюда иди. Я тебя сейчас. Куда, куда, куда? Да я походу убил. Или нет? Да, пацаны, первый раз, первые ощущения, знаете, так себе. Такс. Ты что за челик? Я его хоть освободил. Как-то все жутко. Все очень жутко. Здесь, видите, если смотрите, нет прохода, конечно, нет. А там есть, вы смотрите. Давайте я проверю здесь, что это такое. А здесь прохода тоже нет. Здесь кого-то жарят, ничего себе. Вот это да. Кого-то жарят здесь. Кто-то и ест их, ничего себе. Вот это да. Значит, нам в принципе нужно вот сюда. Потому что там все закрыто. Так, подождите, я хочу. А, смотрите, левую клавишу мышки мы запускаем или что-то там делаем. Так, а у нас есть как-то выбор оружия. И что там? А как посмотреть оружие? Не знаю. Разберемся. Можете написать потом в комментарии. Я первый раз прохожу эту игрушку. Потом написать, что нажать, а что это. Дальше идти. Но я ее сжег этого чувака. Ну и что дальше? А, подождите, вот. Что? Что это было? Вот это. Здесь смена оружия будет, смотрите, можете поменять сразу. А, на Е, а что это? Вот оно что. Сейчас на W. Короче, на E нажимаете, а потом на W. А я смотрю, что там. Просто первый раз надо изучать все это проходы, все это. Вот. А здесь, как я понял, сжечь. Ага, на W. Не W, а этот. Так, сейчас не хорошо. Понял. Понял. Приближаемся, чтобы не нам захватило. Сейчас вот кого-то захватило. Так, а нам нужен огонь, да? Подожди, огонь. Как сделать огонь? А, вот он. Держать немного, а потом жечь. Понял. Немного надо держать. Так. А мы убежали. Короче, мы дорогу сделали. Итак, что мы идем дальше. Жуткая игра, очень жуткая. Ну, может, кто-нибудь оценит. О, а что за народ? Нет, сюда, пацаны. Короче, они рубятся очень хорошо, пацаны. С щитом, чувак. Так, а у него что упало? У нас, видите, шкала поднимается. У нас это помещается в
второй уровень. Смотрите, пацаны, чтобы огонь запустить, это надо нажимать на левую клавишу мышку. И я что-то тоже не понимаю, как там что-то, когда запускать вот это. Я вот нажимаю на левую клавишу мышку, этот огонь запускает. Так, я могу еще потише сделать. Вот на прицел, на столько процентов. Так. А то слишком громко. Я думаю, нормально это будет. Так. Думаю, так нормально будет. Слышно. Подожди. Какой-то там челик что-то здесь. Ну что, пойдем дальше. Вот они, вот они. Там что-то как. И что? Что? Ага, на Е. Ну хорошо, на Е, значит на Е. Нажимаем на Е. Попробуем. Вот. Короче, мы ногой ему пенюк дали. Что, зачем он так? Не знаю. Короче, мы пенюк какой-то дали. А, проходить его надо. Нажимаем на W сверху. На мышку нажимаем. Ага, да. Так, мы прошли. Так, мы прошли. Как я понял, здесь две локации. Ну не знаю, пацаны, как-то я скажу поправить. Что это за. Что это за чушь? Дичь. Так, пацаны, я куличку сейчас проверю. Так, я думаю, нормально будет, так. Ну что, пацаны, попробуем сейчас. Так, ну это понятно, что дичь какая-то. А что там за бредятина сидит? Что с ним? Не знаю. Но мучится он хорошо. Пусть мучится, это же ад. Так, ну что, пацаны, пошли дальше. Так, пинок. Или что там? Пинок, значит пинок. Да, держи. Вот, держи, браток. Вот так, вот так. Пинком это хорошо. Вот это хорошо. Пинком. Держи. И тебе тоже сейчас. А этот, походу, мы его. А что здесь? Подождите. А, еще есть. Отдыхай. Отдыхай. И второму. Отдыхай. Убери друзей отсюда. И что еще? А, нет, вот этот, который с. Что-то там. У него там. Он еще жив был. Я что-то не понимаю. Нам какую-то жизнь дают или что-то. Ну, в принципе, особенно я не видел здесь, чтобы нам ХП. А мы, короче, сейчас что-то восстанавливаем на себе. Так, ага, нажимаем правую мышку. Правую мышку. Что-то мы делаем. Жутко.
короче, ребенка чем-то вот сделали. Это жутко. Очень жутко. Так, ну что у нас дальше, пацаны? Что у нас дальше? Я думаю, кому-то не будет интересно посмотреть эту игру, но... Ну, знаете, скажу по правде, по любители. Поэтому я просто нашел ее в Steam и решил ее снимать почему-то, потому что графика хорошая. Так, у нас здесь ничего такого. Я пока первый раз прохожу, поэтому еще не разбирался там, что к чему там. Вот, в принципе, если поменять оружие, вот, крутите мышкой, вот, и меняется. Вот, видите, вот с огнем как-то я не могу разобраться. С огнем как-то я разобраться. Так, у нас ворота какие-то открылись. Я думаю, сейчас враги потяжелее. Посмотрим сейчас. Так, вот они, красавчики. Ну, давай пинком. Давай пинком. Пинком, пинком. Давай пинком. Я сейчас тебе пинок там. Вот так. Вот так. Пинком, пинком. Пинком. Ничего себе, их много здесь. Они умирают. Надо их резать. Так. Так, пинком. Пинком, пинком. Что-то их много. Отдыхай. Отдыхай. Ну, видели, что пинок их просто не убивает. Поэтому их, ну, помогает пинок. Да, пинок это, ну, лучше использовать пинок и резать его сразу. Потому что он встает, видите. Вот кто-то еще там. А он сейчас вернется. Ну давай, я тебя жду. А он возвращается, видите. Ну давай, я там все. За друзей. Куда он пошел? Он не сразу определился, что я здесь. О, пацаны, смотрите, еще появляется. А это что, последний был? Ну. Кто-то говорит, что очень, не знаю, как-то враги, может это потому, что это самое начало, я не знаю. Но враги не особо не так сильные. Так, какие-то черепы там. Ну это реально ад, пацаны. Если в аду таким образом, это жутко. Так. И на W. Короче, и потом на мышку. Если ошибаюсь. Да, направо, налево, что-то не такое. Вот. А как это, если я навожусь? Подожди. Ну, в принципе, я все правильно делаю. Нет, я что-то неправильно делаю. Так, сейчас я отрежу этот момент, чтобы разобраться. Пацаны, знаете, в чем проблема здесь? Здесь надо попасть 100%. Мышка, она не отображается сразу, я не знаю почему. Вот, видите? Вот момент. Вот сейчас надо. Это точно. Так, сейчас нам нужно вот этот D. Это D английский. Так, сейчас W английский. Кто не знает. Опять W. Что? Вот сейчас тоже, вот видите? Тоже надо попасть. Сейчас W. Это W английский, кто не знает. Так, ну чё, мы разобрались. Это я чё, опять что ли? А видите, возвращает меня обратно. Так. W. Сейчас мышкой. Прыгаем. Нажимаем Т. Уже разобрались, поэтому ничего страшного. Так, и W. Поднимается он сам.
Так, и сейчас опять мышкой. Надо прыгать. И дабль. Так, главное, чтобы не упасть. Первый раз. Что это за дичь? О, динамерок. Маленький. Еще здесь какие-то там черти. Кровища море. Так, а у нас здесь. Нажимайте на. Не, хорошо. Так, прошли. Прошли. Что дальше? Первый уровень, можно сказать. Первая арена, что ли? Это так больше. И что дальше? Попали в капкан, смотрите. В капкан еще попали. Так. А, Ре. Давайте Ре. Короче, мы... Там какие-то... Опа! Что я сделал? Ничего себе, срезал его. Так, короче, я что-то сделал. Что-то я сделал. Ага, чтобы пройти здесь, надо этот огонь здесь запустить, да? Потому что у нас просто сейчас... Так, вот эти щупальца. Их так невозможно. А можно пройти их, видели? Портал какой-то. Так, ну чё, нажимаем продолжить. Посмотрим. Нажимаем запускаться. Так. Ну чё, пошли, пацаны, дальше? Я не знаю. Да, и сюда надо идти. Короче, давайте посмотрим. Сюда. Посмотрим. Потом посмотрим, если. А, нет, сюда не надо. Смотрите карту, а я думаю, а это наш дом, что ли, получается? Так, нажимаем тут. Смотрим карту. Так. Ну что, нажимаем на таб.
А, я с самого начала вернулся, что ли? Ну, ладно. Надо было это... А как это отменить? Так, пацаны, я думаю, на этом закончу, потому что игра... Я просто не туда нажал. Игра очень... я не знаю... очень жесткая. Поэтому... Не знаю, пацаны, смотрите сами. Но она очень... очень жесткая. Так, ну, это все. Всем пока, всем удачи.